Друзья, привет! Фикс прайс Большевиков 33, Санкт-Петербург. Покажу вам новинки и полезные товары в этом магазине. И в конце будет небольшой сюжет из магазина «Перекресток». Туда тоже поступили классные новинки и очень много скидок. Приятного вам просмотра! Поступили очень симпатичные салфетки сервировочные с новогодним декором. В упаковке 20 штук, трехслойные. Посмотри, какие симпатичные, особенно вот этот вариант, 99 рублей. Детское жидкое мыло «Абсолют» с календулой и маслом чайного дерева, 250 миллилитров, 79 рублей. Туалетное мыло «Абсолют» с маслом чайного дерева, алоэ и бергамотом, 4 кусочка по 75 граммов, 99 рублей. Меховые подушечки на подголовник автомобильного сидения. Наконец-то я узнала цену. 124 рубля. И еще новинка для автолюбителей. Это чехол на руль автомобиля. Он меховой. Диаметр 38 сантиметров. Состав полиэстер и термопластичная резина. Есть серые, бежевые и черные. Вот достала маленький кусочек. Вот такой приятный меховой. Пока без цены. Набор тряпок для автомобиля, 2 штуки, 30 на 30 сантиметров. Одна тряпочка гладкая, другая махровая. 59 рублей. Разные расцветки. По-моему, полезная новинка. Это набор шнуров эластичных, 2 штуки по 150 сантиметров. Растягивается до 2 метров. На каждом конце стальной крючок. 3 расцветки, 199 рублей. Панель настенная, стилизованная под плитку, 70 на 77 сантиметров. Есть инструкция по применению, очень подробная. Состав: вспененный полиэтилен, полиэтилен и бумага. Есть такие коричневые, белые и серебристые панели. 99 рублей. Сушилка на батарею 33 на 51 сантиметр состоит из 5 планок, которые заменяют 3 метра бельевой веревки. Максимальная нагрузка 5 килограммов. Окрашенная сталь, полипропилен, 2 расцветки нашла, 199 рублей. Новые вешалки, они такие праздничные, с блесками, 3 штучки в наборе. Нашла голубые, черные, серебристые. 79 рублей. Поступили новые контейнеры для хранения. Вот такие прозрачные, с красными ручками, застежками. Контейнер на 5,3 литра стоит 199 рублей. Есть большие контейнеры на 14 литров. Крышка, застежки 349 рублей. Новые большие квадратные тряпочки для уборки, толстенькие, махровые, состав полиэстер, полиамид, вот такие расцветки имеются, пока без цены. Набор декоративных зеркальных наклеек, 4 штуки квадратных, 20 сантиметров, 174,50. Коробка складная с крышкой 25 на 25 сантиметров. Имеются две ручки. Вот этот бархатный рисунок, он объемный. Состав: нетканый материал, картон, полипропилен. Нашла зеленые, бежевые, серые. 199 рублей. Полезной информации. По рекомендациям и отзывам я приобрела себе вот такое вот средство новое, бренд Free, масса 1 килограмм. Что нам обещает производитель? Что написано здесь на упаковке? Кислородный очиститель, отбеливатель, пятновыводитель, бренд Free, масса 1 килограмм. Отлично справляется с загрязнениями органического происхождения, пищевых продуктов, травы, напитков, жира. Также предназначен для стирки белых и цветных тканей. Также можно очистить любые поверхности в доме, кафель, пластик, резину. Можно почистить эмалированную посуду, посуду из нержавеющей стали, стеклокерамические поверхности, фаянс. Можно почистить обивку мягкой мебели, ковры.
Отлично. Теперь будем испытывать, посмотрим, как он действует. Шторы для ванной комнаты, как видите, они все в ржавой воде, в каких-то пятнах они висели на даче. Попробуем очистить. Также я хочу очистить футболки все в пятнах, детские, Сашины. Небольшие пятна, но они все же есть. И вот моя любимая кофта. Как-то я неаккуратно попила кофе, съела пирожное. Все, и кепка летняя, конечно. Все попробуем очистить. И еще я попробую очистить посуду, которую забрал у мамы. Она говорит, что ничем не смогла это все очистить, отскрести. Но я попробую этим порошком Brand Free. Итак, начинаем. Попробуем отстирать шторы для ванной комнаты. Насыпаем 2 столовых ложки Brand Free. Заливаем кипятком. Это обязательное условие. Вода должна быть выше 90 градусов. Реакция следует моментально, как видите. При взаимодействии с водой порошок распадается на соду с выделением активного кислорода. Погружаю туда многострадальные грязные шторы для ванной комнаты и оставлю их минут на 15, на 20, там видно будет. Пока штора моя отмокает, чистится, попробуем почистить посуду. Насыпаю по одной столовой ложечке Brand Free, заливаю кипятком. Как видите, пена, реакция мгновенная. И грязь просто выталкивается на поверхность. Обязательно ставьте в какую-то емкость, иначе пена может перепрыгнуть через край. Ну, а заодно почищу сейчас раковину, все вокруг этой же жидкостью, прямо из кастрюльки. Все чистит и краны, и раковины, и стены из кафеля. Ну, просто все. Посмотрите, в кастрюле все чисто. Вот, все помылось. Все очистилось, все беленькое, все блестит. Просто фантастика. Ну а теперь футболка, кофта, кепка. Посмотрим, как Brand Free справится с этими задачами. Также насыпаю порошок 2 ложки, заливаю кипятком и опускаю все в кипяток. Если мало порошка, если крупные сильные загрязнения, можно порошка добавить или замачивать пару раз. Но мне хватило одного раза. А показываю вам шторы в этот момент. Смотрите, все беленькое, все чистое, блестит. Шторы, кстати, из Fix Price. Смотрите, как новые. Я просто очень довольна. Хотела уже новые покупать, но не пришлось. И футболка моя белоснежная. А посмотрите, какая кепка. Я думала, вот эта надпись куда-то денется, полиняет. Нет, все отстиралось, все беленькое, как новое. И моя любимая кофточка, я ее спасла. Опять буду ее носить. Я ее очень люблю, мне она нравится. Просто отлично. В итоге, порошок чудо-очиститель Brand Free справился со своей задачей. Она была нелегкая, просто на отлично. И всегда буду его теперь заказывать. И для меня это очень важно. Он безопасен для окружающей среды и прежде всего для человека. Кто хочет приобрести такого же помощника, чудо-очиститель Brand Free себе, ссылка будет под видео в описании. Новые крючки на дверь, 3 штуки по 11 сантиметров. Они с градиентом, вот такие прозрачные, с серым. Есть чисто прозрачные, есть сиреневые. Сделаны они из полистирола, 174 рубля. Полотенце махровое, 30 на 50 сантиметров. Чистый хлопок, производитель Узбекистан. Полотенца тоненькие. Голубые, бежевые, розовые и серые. Пока без цены. Но привезли очень много квадратных скатертей. 135 сантиметров. Клеенчатый материал. Есть золотистые и серебристые рисунки. 249 рублей.
Вот такие носочки уже были в продаже, привезли опять все расцветки, все дизайны в полоску. И вот такими лапками женские махровые носки, состав полиамид и эластан. Толстенькие, пушистенькие, производитель Россия, 149 рублей. На ощупь очень приятные. А вот это женские новые носки, очень высокие и хороший состав. 14 шерсть, акрил, полиэстер, эластан. Размер 37-41, вот такие приятные, неяркие расцветки. Носки очень толстые, думаю, теплые, 149 рублей. Полка прямоугольная на ножках, 199 рублей, все беленькие. Добрались до отдела кухни, привезли немного новинок, коврик для выпечки с ножом для теста 40 на 60 сантиметров. Именно вот в этой расцветке есть рецепт пирога. А расцветок очень много, и сиреневый, и желтый, и зелененький, и бордовый, 199 рублей. Емкость для напитков с трубочкой 420 мл в виде зеленой елочки. На трубочке разные новогодние украшения, но пока я ходила по магазину, осталась одна емкость вот с таким украшением. 99 рублей. Снежная тарелочка 15,5 сантиметров, это опаловое стекло, 39,50. Тарелка треугольной формы 19 сантиметров 79 рублей. И есть большая 24 сантиметра 124 рубля. Ну, это мои покупки, конечно же. Я купила себе носки. Они такие толстые, теплые. Купила оливки. С креветками нигде не нашла, вообще почти везде закончились. И купила синергетик для мытья посуды. Он такой густой, классный. А носки внутри еще вот такие. Точно будут теплые. Я пошла в перекресток, находится прямо напротив Фикс Прайс. В перекресток также привезли всю серию, большую синергетик. Здесь и гель, и бальзам для мытья посуды. Также есть бутылочки с дозатором, всевозможные гели для стирки, бальзамы для стирки, ополаскиватели. В общем, будем ждать теперь. Это же Фикс Прайс. Надеюсь, доедут. И даже для кухни, для чистки кухни есть. Набор стаканов от Luminar 509 рублей, 3 штуки, 3 штуки по 340 миллилитров, фарфоровые, 330 рублей, выглядит, 3 таких емкости, очень аккуратненько, молочный цвет, 330, по-моему, нормальная цена. Для хранения, там несколько отсеков, по-моему, 6, да. Крышка откидывается, вот сейчас вот такая скидка, стоит 300 рублей, стоил 600. Отличный приятный салатник, матовый цвет, 239 рублей. Еще вот такого приятного оттенка, 239. Елки суповые, оливковый цвет, матовая поверхность, 289. Салатничек. Продается со скидками опалового стекла 90 рублей. Так, есть побольше салатник 110 рублей. Да. Универсальная с ручкой. Взяла сразу две. Никак не отклеивается. 119 рублей. Есть еще беленькие. И вот такой называется с перегородками. Архимед. Так, желтый есть, черные, 139 рублей, и оранжевый еще есть. Целая кружечка, тут вот такие фруктовые, овощи или цветы, кто их знает, 150 рублей, 320 миллилитров, 250 со скидкой, серебаночек, 160 рублей, вот с такой интересной крышкой. Банка с крышкой. Стекло, крышка из полистирола.
Так, 160. Побольше. Верь в чудеса. Русские надписи. 240. И тарелочки здесь еще большие. 23 сантиметра. Да что же приятный цвет. 250 рублей. Матовые. 190. За полу стекла. 60 рублей. Большая. 250. И вот такие тарелки продаются со скидками. 200 рублей. Это уже керамика. Коричневая и зеленая. Вот такая тарелка 90 рублей. Побольше размер. 90 рублей. Нормально. Подарочные наборы. Махровых полотенец. 3 штуки. 100% хлопка. Так. 30 на 50 сантиметров. 50 на 100 и 70 на 140. Если такого оливкового цвета и серые. Все упаковано. Не посмотреть, не чувствую, что тяжелые, толстенькие. Вот цена. 1300 рублей. Такая форма для выпечки. 29 на 16. 700 рублей. Тяжелая. За ручки удобно брать. Глазурь предохраняет появление сколов, царапин и трещин. Жаропрочная. До 280 градусов выдерживает. Здесь вот такая круглая форма. 840. А вот такие маленькие я не нашла. Цену давай в одной, запекай и подавай. Не знаю. Вот 280. Нормально. Что я нашла? Ножи Трамонтино. Две штучки. 309 рублей. Так, есть ножи поменьше. Они 220 стоят. Трамонтино. Стаканчик. Из пластика сделан. Стоит 71 рубль. Нравились покрывала. Так, 959, 960 рублей. 180 на 200 сантиметров. Серые, стеганые. Вот такие молочные цвета. Толстенькие. Друзья, на этом пока все. Спасибо большое за внимание. И в пятницу мы ходили. Угадайте, куда? Правильно, на Дворцовую площадь смотреть елочку. Посмотрите, какая у нас не зимняя погода, у нас все растаяло на улице. Плюс один, плюс два, ноль. Вот так. Так что идем смотреть елочку, а я с вами прощаюсь до завтра. Всего вам самого хорошего и пока. И снега нет. Спасибо.
горка. Потом там где-нибудь.